Итак, привет, уважаемые друзья, подписчики, с вами, как всегда, я Леха Смертник. Мы продолжаем вместе с вами проходить турецкие моды под названием Experience Hub Home. Почему-то в первом акте мы, когда заходили в подвал, у нас просто вылезла конечная, скажем так, заставочка. Ну вот у нас здесь есть второй акт, ребята, я немножко приболел, я не знаю, закрыл окна на ночь, а что-то у нас тут немножко так... Холодно было, 8 градусов ночи, меня, соответственно, продуло, и ничто меня не согрело, ничто теплое такое, как батарея, меня не согрело все-таки, вот так вот как-то. Ладно, пока я прихожу в чувство, я продолжаю проходить этот мод, ребят, поддержу, конечно же, лайками, своими комментами и так далее. А мы начинаем с вами, как всегда, я Лёх Смертник, давайте, ребят, поехали. Так, доброе, ноченька. Не, ну по-любому ноченька, это явно на утро не похоже, и что я проснулся посреди ночи? И фара не вырубил, аккумулятор же и сядет. Зато ружье есть, отличный капкан против медведя у нас здесь стоит, вообще замечательно, и педали нет. Если педали нет, то вообще ловить нечего. Так, ну пойду прогуляюсь. Василич, ты дома там, нет? Вон Василич ходит, я его вижу. Василич, я контролирую тебя. О, здорово, Василич! Че, как у тебя делишки? Я вот стою, давай ближе подбегай. Медведя видел? Нет, не видел, ну все, иди отсюда. Раз не видел. Все, молодец, вышел, поговорили. Вот такой вот у меня сосед Василич. Выходишь с ним, разговариваешь. Непонятно, чем это все заканчивается. Бегает, в окна выпрыгивает. Василич, это я! Это я не медведь. Слышишь, я говорю, это я не медведь. Ты думаешь, я медведь? Все, давай, иди отсюда. Гуляет, видишь? Смотри-ка какой. Василич, да нет, медведи здесь, ты надоел. Ты что думаешь, они летают на столбах, что ли, сидят? Ну, сидят на столбах тебя, ждут, им ведь заняться-то больше нечем. Я вот думаю, может, вообще фонарик выкинуть? Мне кажется, я с ним только намного хуже начинаю все видеть. Так, ну ладно, Василич-то пока ходит, я тоже буду ходить. Куда? Опа-на, ты смотри, что он сделал. Опа! Да тихо, Василич! Давай, побежали куда-то. Не, фонарик, конечно, выкидывать была такая себе идея, скажу сразу. Так, Василич меня поймал посреди ночи, просто поймал. Хорошо, что ничего плохого со мной не сделал. И капканы свои ставит. Ох, устал, говорит, капканы здесь, говорит, ставит. Сейчас, Василич, все, разобьем тебе. Так, а если взять вот сюда забраться? Так, ага. Здесь нам нужно найти лом. Правильно, Василич, уборкой ночью. Кто, чем еще заниматься ночью? Вылесосить еще что-нибудь. Чем занимаешься-то, Василич? Василич, ну хватит уже, а? Сейчас какахи повылетают. Ты можешь наверх залезть, Василич. Ну, опять ты на потолку. Я здесь. О, нифига ты меня помидоркой накормил. Спасибо тебе, Василич. Ты так добр сегодня. Подкармливает меня. Ты будешь забираться, нет? Давай залази, Василич. Да, Василич, ты на окно нафиг, ты туда выпрыгнул. Да? Так, надо искать. Кто ищет, тот всегда найдет. Не знаю, что ищем, но что-нибудь ищем. Главное, ищем и не дрищем, как говорится. Здорово, Василич. Здорово, родной. Так, ну ладно. Надо аккуратненько зайти в дом, пока Василич меня не видит. Головой ударился. Так. И искать. Искать главное. Где же может быть наш лом? А Василич управдом. А Василич, уходи. Давай, Василич. Я тебя расшибу здесь, все разнесу. Я тебе говорю, я шарю в ремонте. Так, ладно, Василич куда-то пошел. Пусть идет. Так, сейчас включим. Включим. Активируем капкан, включим. Как его можно включить? Сейчас Василич сейчас придет, меня найдет. Как дополнительный источник света, например. Поставить кап... Так, мне надо найти вообще-то лом. Да, Василич, такие вот дела там этот есть, действительно. Что, здесь просто, типа, где-то спрятан лом, который я не могу найти?
Почему не могу? А он по-любому в этом багажнике лежит. Мне надо ключ найти. Так, давай, давай, давай. Так, призываю, прошу тебя. Сова, дай мне свои силы. Опа-на. Вот это, да, вот это я молодец сразу же. Чик. Режим совы активирован. Нифига там Васильич. Васильич, ты что там суету наводишь? Просто стул в окно выкинул. Да он мне, говорит, и нафиг не нужен стул ваш. Я, говорит, в туалет, когда хожу, у меня там такой стул, вы не представляете. Так, ладно. Подожди, мне кажется, я ищу все-таки маленький ключ. Да тихо, Васильич, тихо, тихо, тихо. Не кипишуй, братан. Все, молодец. Сейчас подожди. Все, молодец. Возьми с полки холодец. Продолжаю я искать. Что-то где-то наблюдать. Нифига я не найду. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Время. Да тихо-тихо-тихо, Василич, тихо. Все, Василич, дом мой теперь. До свидания. Я говорю, дом мой теперь. Не дает мне ничего найти. А где мне его искать? Лом. Бежит за мной, ты смотри-ка. Таким, как я всю жизнь бегаю, Васильич, я же предупреждал. А что, я залезть не могу? Опа, залез. Так все-таки, что я ищу? Васильич, мусор выкинул, выкините, сходи. Так, ну ладненько. Ладненько, ладненько. Как-то все прохладненько. Так, не допрыгиваю. А где ключ-то взять? Или лом? Ну что-то где-то же надо взять. Васильича не вижу. Никак я не найду. Заработал себе грыжу. И я скоро тут уйду. Так. Это шутки какие-то или что? Тут комната, раз, два, три, я и обчелся. Все, Васильич, операция, утилизация. Мы у тебя выносим всю квартиру. Это операция. Че, Васильич, тебе фонарик надо, Васильич? Нет, не надо. Ну, Настя, забери себе ну, фонарик, что ты стоишь без него. Под глазом заодно фонарь будет, че. Тебе-то че, че переживаешь-то? Опа, нифига себе ты. Вот это ты обманщик, Васильич. Подожди, Васильич, здесь капкан, аккуратно. Говорил же, аккуратно надо быть. Мне такое чувство, что здесь вообще нет никакого ключа. Так, там я тоже не вижу. Сверху я тоже не вижу. А, вон он, ключ лежит, да? Ты только глянь, ты только посмотри. Какое Василище, прекрасная душа внутри. Так, все, Василич, совы покинули свои силы у меня. Вот я тебе кричу. Вот тут есть лом. Сломом идем на пролом. Тихо, 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 Василич, не вижу ничего, не вижу. Василич, что ты мне в лицо-то смотришь? Я мог... Стой, а я же этот-то выкинул. Фонарь-то выкинул, Василич. Мне надоел уже. Вон иди окно проверьте, окно кто-то разбил. Так, тихо, тихо. Иди, иди, иди сюда. Вот, залез. Сейчас все открою. Взломщик, взломщик Алексей. Так, и что у нас там? А вот так вот. Видимо, автор у нас не знает, что такое там телепорты, ребята, и так далее. Именно поэтому он делает все именно так. Но там есть еще третий у него. Светлый акт. На этом все, ребят. С вами, как всегда, был я, Леха Смертник. Не забываем подписаться на канал, ставить свои лайки. И поддерживать своими комментиками, ребят. Давайте, ребят, увидимся. Все, ребят, покеду. Всем удачи. Всегда ваш Леха Смертник. Давайте, увидимся.